В Пакистане пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибло 58 человек. Среди жертв аварии 18 детей. По предварительным данным, в автобусе находилось около 80 человек. Все они направлялись из округа Сват в город Карачи. На месте трагедии сейчас работают врачи и военные пакистанской армии. По предварительным данным, водитель автобуса заснул за рулем. Транспортное средство потеряло управление и выехало на встречную полосу.